Ждем тут сюрпризы от России. Какие? 3-тонные с неба. А, кидать? Да. Ой, ебаная мать. Представляешь, какой Да. там это будет взрыв, какой это все Там будет будет. писец просто. Сказали сравнять все с землей. Да шо? Бьют, бьют их, бьют, выбивают. Они то А людей теряют. мирные? Все уехали, все, кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты. И сильно умные остались, короче. Да? Ездил там у нас подполковник. Какие-то Угу. сказали, фронтовые самолеты будут прилетать. И прифронтовые. Ну там уже этот завод лупят авиаударами. Азов? И, ну завод, сталь. Ну, я говорю, Азов, сталь, Да, лупят. уже там его переворачивают. С ног А что-то на голову. показывали, что там еще это такое, что-то еще там сдались. Лисичанск Тушеньки. там стирает с лица земли тоже, уже третий день. Ну, уже Да. надоело, наверное, сколько можно, блин. Хули толку, один фиг все будет разрушено, разбито. Ничего ж целого не останется все равно. Ну да. Ну, мы тут, я не знаю, сколько, километра 4, наверное, от завода. А от этого я не знаю, сколько мы от Северодонецка. Сегодня щит на окно поставил. Пацаны, что ты лепишь? Если бомба взорвется, эти окна вылетят, говорю, вместе с рамами. Крыса, говорю, будет там взрывище какое. Да. Приезжал подполковник, говорит, вы почувствуете, говорит, на себе это. Это перец. А, он так вам сказал, да? Ну да.